Здравствуйте, с вами канал NameDB. Подопечным знака Рыбы гороскоп на октябрь 2021 года пророчит очень насыщенный месяц, полный трудностей и перемен. Но главное — суметь сохранить внутреннее спокойствие, тогда и обещанные изменения пойдут только на пользу, приблизив вас к заветной мечте. Благоприятными днями будут 1, 8, 15 и 18 октября. А с гороскопом для знака Рыбы на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. В этот период представителям знака Рыбы важно максимально сосредоточиться на урегулировании трудностей, возникающих на ровном месте. Наберитесь терпения и не бойтесь идти совершенно новыми путями решения проблем. Не исключено, что именно так вы не только отрегулируете рабочий процесс, но и сможете улучшить денежную ситуацию. Вам важно не утратить оптимизм, даже если перемены упадут как снег на голову. Наоборот, смело идите навстречу новым возможностям, а от бесперспективных идей или бесполезных людей пора отказаться. Не бойтесь начинать сотрудничество с успешными и надежными людьми. При этом лучше не садиться им на шею, иначе о таком перспективном партнерстве придется забыть. Будьте инициативны и настойчивы. Не стойте на месте, если не хотите упустить шанс достичь чего-то большего. Работа и карьера. В середине осени представителям знака Рыбы важно действовать быстро и решительно. Любое промедление – это минус к тому, чего можно достичь за этот месяц. Смело двигайтесь в заданном направлении и не бойтесь идти навстречу всему новому и неизведанному. Вам важно трезво смотреть на вещи и не пытаться вырваться за пределы своих возможностей. Однако достичь четко поставленных целей вполне реально, если действовать целенаправленно и не сдаваться перед возможными трудностями. А вот участвовать в авантюрах категорически запрещено. Гороскоп для знака Рыбы на октябрь 2021 года предрекает карьерный рост многим подопечным этого знака. Но только самые упорные, находчивые и инициативные смогут похвастаться значительными достижениями на рабочем месте. Способствовать повышению может и участие какого-то влиятельного человека, с которым вас может связывать не только работа. Финансы. В октябре 2021 года финансовая ситуация может потребовать тщательного контроля за движением средств. Главное — избегать ненужных крупных трат и придерживаться принципов разумной экономии. Будьте готовы экономить, чтобы суметь погасить давние кредиты, чтобы раз и навсегда покончить с тем, что тянет вас вниз и препятствует укреплению материальной базы. Семья, любовь и отношения. Второй месяц осени может пробудить в рыбах страсть и желание. Жажда тепла, ласки и близости может оказаться сильнее благих намерений или профессиональных устремлений. Однако подобная выходка может очень дорого стоить. Избежать этого можно лишь при одном условии. Нужно взяться за ум, работать и не размениваться на случайные связи, отдав предпочтение серьезным отношениям. В октябре 2021 года вам не стоит упускать шанс наладить взаимоотношения с уже имеющимися партнерами. Даже если между вами пробежала черная кошка, такой союз все равно может оказаться крепче, чем с непроверенным и ненадежным человеком. Женщине знака Рыбы не помешает стать нежнее, романтичнее и женственнее. Перестаньте устраивать избраннику сцены ревности. Лучше сделайте так, чтобы его внимание сосредоточилось только на вас. Мужчина знака Рыбы может постараться вернуть отношения в конфетно-букетный период. Напомните избраннице, как сильно вы ее любите. И не забудьте про красивые ухаживания и теплые слова. Одиноким сердцам гороскоп на октябрь 2021 года пророчит бурный роман уже в последней декаде этого месяца. Как сложатся эти отношения, пока неизвестно. Но отказываться от новых чувств не стоит. А некоторые отчаявшиеся одиночки могут решиться дать шанс бывшим. Задумайтесь, действительно ли вами руководят только чувства? Стоит ли оно того? Здоровье. Октябрь – период активных действий и перемен.
На все это понадобится немало сил и энергии. Поэтому крайне важно хорошо отдыхать и заниматься укреплением защитных сил организма. Вам важно сохранять позитивный настрой и меньше нервничать. Постарайтесь не забывать об элементарной профилактике простудных заболеваний. Не забудьте пропить курс любимых витаминов. Регулярно делайте зарядку. А еще помните, что укреплению здоровья способствуют водные процедуры. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!